Глава государства принял председателя агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, сообщает сайт Аккорды. Как отметил глава Антикора, с начала года в стране зарегистрировали больше 500 коррупционных преступлений. В них уличили более 400 человек, в том числе 53 руководителей различного уровня. Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Президент поручил уделить особое внимание выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц.